Привет! Для тех, кто не в курсе, вчера Virtus.a снова взяли Tetchess, играли против Team Spirit, раскатали их в нулину, но получилось даже слишком жестко и слишком быстро, чтобы я это выкладывал. Поэтому, если хочешь посмотреть мою аналитику, я это все анализировал, то по ссылке в описании залетай на Twitch, и там в раздел видеоматериалы, там можешь посмотреть, что и как это работает. Почему так интересно? Потому что, во-первых, Tetchess на просцене, а во-вторых, я, да, кто не знает, учил Заяц играть на этом герое. Ну а теперь приятного просмотра. Suicide Squad! Attack! Bang! КЗУ. Это кежу какой-то, что ли? Баним антимейджа. О, забанился, лепота! Имершан нужен. Клинкс. Похоже. Неприятненько. Что там вообще у нас? За ребята. Да, это кеш. Oh my god, they have a what the fuck? They have a 25 techies and a 25 winter. Что бы я хотел под луну? Наверное, ничего. Закуплю туда хилом и пойду. Did it just say that this guy has 2000 games on Winter Wyvern? Did I read that right? Так, луне я подойду быстренько. Пусть она там линию сломает поначалу. Потусит оттуда. Стрик из 9, жесть, Лерюга, конечно, на кежу. Так, просто думаю, этим стоит покупать пайп. Я, в принципе, их всех взрываю, особенно Клинкза. Большим удовольствием, если я большой. Кентавр, если я большой, взрываю. Если я маленький, то не смогу. Это Микки, кстати, с нами на копе. Смурф, я так понимаю. Да, это Микки. Микки на копе, 8200 оверага. Луна, I'm going to come to second wave. Он блокал хотя бы на Луне, нет? Почему линия-то здесь стоит? Все, он вывел себе пачку нормально. Вена мидл. Так, иду был очень большой кэмп для них. Не отскакнуло куда надо. Иди сюда. О, давай. Не ты, иди сюда. Нормально я его перетучковываю так-то. I drop items. Пойдет. Еще проверим, появились ли здесь клипы. И отталкиваясь от этого, уже разблочим. Или нет. Да. Заблочено. А, он умер, на луне ошибся. Но есть маг, что точно мины. Ренджа забрали. Его лучше не бить. Ё-моё, парни. Что ж там у вас происходит? Иду стакать. Пятьдесят два, пятьдесят три. А, это ВД сюда идет. Он меня видел, получается. Ладно, это был хороший момент. Надеюсь, не увижу 100% где-то. Получается так. Получается так. Да что там, черт возьми, происходит? Попробуй выплить кончик тогда клипчиков. Оп. Хотя бы так, правильно?
А, вард где-то поставил. Где-то он поставил вард. Ну как куда нигде? Там катапульта мне надо не пулить под эту штуку. Супер. Отлично. This techie is out here. It's very annoying. Тут дела очень плохо. Ну типа ладно, мы выбрали хотя бы две линии, ну одну, да, метровную и низ прирали, получается. Вопрос, но более не за нас, а сильно он его реализует. Oh my god, it's that guy. Oh no, that's a fucking probably the best techie player on Dota. Пойду-ка я стакну. Привет, спасибо большое за поддержку. Здорово. Спасибо. Не думал ли ты вступить в Рофлес Сквад, типа бойкотать лоу турики? Спасибо, нет, не думал. Мне все-таки кажется, что... Не знаю. Найти еще четырех людей, с которыми было бы комфортно, которые на постоянке были бы готовы в этом участвовать, которые были бы раскачаны также по медике, чтобы это все окупалось. Ну... Сомневаюсь, короче. Да как ты успел? А ульту нету ей, да? Оракл типа топ. Добил, отлично. Он добьет его, нет? Нет. Не добьет Аркан Ринг. А это будет мой нейтральный предмет. Каждому по заслугам, так сказать. В new charm, guys, please. Level 7 on circuits. Oracle here. Too many people here. Just let them be. Four top guys, four. Gonna dive. Nice. Three top. I have no TP, you know. I'm gonna push mid. Techies like just fucking raping us. Like this techies is just straight up shooting on us, like real hard. Right.
всем выживет нормально. Поет. Can you curse something? Каски заехали хорошо. Вена. Поздно я поставил. It's fucking hard to take this tower, because we fucked up 10 million times already. Что за пауза? Kill me and I can tank the tower and then we kill it that way. Clinks. Come. Хочу постоять тут. Центрикаешь, тыкаешь, как это самое. Как будто ресурсов много. Хочу ману. Somebody place wards or should I do it? Ах, эх, было близко. Я не знал, где клинц, поэтому я бежал вверх, думал, что он не знал, он был вверху, а он бежать вниз. Тогда бы все удалось. Но мув был красивый, я считаю. А, отлично, он и так удался. Найс! Очень хорошо. Вена. Отос в молоко. Отос, портос, румис. О, они здесь. Ну ладно, киноптик тоже ничего. Опа, манго дерево срубил. На оракле. Ну, в принципе, мы там трипл килл оформили на этой штуке, так что это того стоило. Если манго дерево дает трипл килл, это хорошо. Yes, yes. Окей. Okay. Разменим это 2 на 2. You have mines bottom? Can we fight them? Here, only. Окей. Бей ту майнс, guys, бей ту майн. Мины справа, майнс справа.
Найс. Вот. Новый импостер. Они просто в худой собираются. О, огонь на попе. 36 секунд КД. Она под аркана, я надеюсь. Она без аркана с таким кулдауном. Как up. Oh shit, oh shit. My bad. No problem, no problem. It's jam. Ну поехали. Типа там, где Золи, они должны скорее всего выходить. Реально 36 секунд, это же офигеть какой КД маленький. Не, давай сюда ты не будешь. Я передумал. О, плюс лавы. 200 золота, это много. Can we kill him? I'm not helping. No, we can't kill him. Траве скинул примет. Сжалился надо мной, да, Ярослав? Тогда уже бинг взял, можно и отдать. Здесь надо очень много, они очень большие. Да, опять ты мне доведешь. Так, чем, так, чем. What? Чем? Самый легкий гем в моей жизни просто. I couldn't even see the... What? I didn't even see the mines. Oh my god, this guy is like a fucking genius in Tekken, I don't know. Да как ты там погиб-то? Did you guys see the mines? I guess there's a blind spot in Roche here where he placed them. So I ran in, I don't see them, and he just killed me. It's not time yet. Nice. What region or Tekus? No, I'm full. Okay. Проклятое место. Я не знаю, мне кажется, минировать Рошана уже даже нет смысла, мне кажется, они тебя просто никогда не зайдут, я больше не буду здесь минировать. Я единственное убивал столько, что... Ah, it's unfortunate. Their rank 1k is playing out of his mind on techies, and my party queue is like fucking... My party queue is like fucking worthless. Мне кажется, не во всех методичках такие. Так, это сюда не, вот сюда мы не ходим. Разумеется, это частность. Нельзя говорить, что весь СНГ киберспорт, все СНГ стримеры токсичные, а все зарубежные стримеры и красавчики. Просто таких примеров очень много. И сколько бы СНГ стримеров я не стрелял, почти всегда, кроме, кстати, НС в том числе, они токсики. А у зарубежных стримеров есть Кежу, который на адовую ситуацию, просто посмотрите, как реагирует. Есть Горгц, который вообще ноутилт механизм, мы это с вами тоже видели, я уже в нарезке вставлял. Я считаю, что дело здесь в том, что наши стримеры, наши проигроки росли на токсичных стримерах, да, СНГ, там, пятилетней давности, условно тот же Папич. В то время как за рубежом такого не было, и там смогла вырваться другая культура. И это в наших с вами руках не быть такими. В наших с вами руках быть лучше, в наших с вами руках улучшать комьюнити. Буду просто очень аккуратно плавить, чтобы не потерять. Но мне с ним очень комфортно. Я всегда знаю, что я ненавижу его. Guys, we can go 5x5 fights. А, найс! Get Russian. Yeah, maybe DD top. Nice.
Он такой, может ДД на топе? Пошел и там ДД. Под Рошана. Он и мы. Теперь играют тут. Не так страшно стало с этого блинка, я уже думал на меня. Уже думал, о, все. Финита, так сказать. You can go back this way a lot. I have two huge spots, but they're not defended. Okay. What are you here, guys? They're not defended. We can't force them. Ракл продал шмотки, понял. Sad game, actually. Кежу, прости за стрик. I'm no Lotus. Кежу, извини. Ничего личного, просто по ТС, сам понимаешь. Ой. No, gem. Get up. Нормально. В мою сторону, если пойдет. Я не ожидал, что здесь будет эта штука. Как же она сильно замедляет, вы видели? Это просто невероятное замедло какое-то. Никто не ставит вижен, но мне как бы тоже некуда было. А, Клинк снова ульти, я не знаю. Никуда вкушает. Я на ульти. Сейчас чихну, подойдите. Нет, не чихнул. Но очень хотелось. По-моему, они там все пока встали уже. Мораль утеряна, так сказать. Ай-я. Чё-то Кежу этот... Раскочегарился. Раскочегарился немного. Well played, boys. Сюда. Как же с Луной приятно заканчивать игру. Так, чик и закончил. Сейчас вышку убьют, какая красота будет. Пау, главы. Don't kill him, guys. No! Don't kill him. Ах, слишком тяжело. Мы, как знаете, вот собак дрессируют, когда мы только учимся. Мы вроде бы попытались, но не сдержались потом. This tech played really well. He played really well. Ну-ка, пойди сюда. Смотри, что у меня здесь есть. Ярослав. Ой, хоть помощь с ним отключай. Как он это сделал? Почему у него герой бегает, пока мы все стоим? Не понял я немного. Но приятная катка получилась. Топ-урон? Топ-урон на карте, да, все верно.
3 кежу из 7, при том, что копия тоже помогала его убивать. Солидно. Нащупали, так сказать, самое слабое звено. Самое сильное, на самом деле. Ну, типа, он же там топник. Топник, топчик, ПТСник. Прикольно покатали, в принципе, мне понравилось. Интересно вышла катка. По графикам, если посмотреть, ну да, все ровно. Да, было чуть тяжеловато на лейнинге, но в целом. На самом деле, этот ролик отличный ответ на вопрос, который я иногда встречаю от наиболее активных ненавистников Тетчеса в комментариях. А чё это я всех провоцирую, пикая такого персонажа, конечно же, все горят. Нет. Не в Тетчесе дело, понимаете? Дело в человеке. Если он горит на минёра, он будет гореть и на все остальное. Он просто горит, в принципе. Если те же в принципе не тильтуют, то он не тильтует и на Тетчеса, ему все равно. Это не вопрос героя, это вопрос личности. Так что такая отмазка, на мой взгляд, официально опровергнута.